Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Елена. Сейчас я буду делать расклад на вот таких прекрасных картах Ленорман Феи. Сейчас у всех какое-то недомогание весеннее, нервное напряжение, витамин не хватает, энергии мало. И вот я спрошу у карт, лечебных красивых карт Феи, что же нас ожидает в ближайшее время со здоровьем и как его нужно нам всем поправить. Так, возьмем карту первую. Это карта рыбы. Да, вот то, что я сейчас и сказала. Очень напряженные нервы, эмоции. От каждого, многие от каждого слова прям взрываются. От каждого что-то вот не то, нервничаю, все близко принимают, постоянно эмоциональны. Еще могу сказать здесь по этой карте, будьте осторожны, избегайте переохлаждений. Пока еще не лето, берегите себя, одевайтесь теплее, чтобы не мерзнуть. Самое главное не мерзнуть и не нервничать, конечно же, не нервничать. Что еще нам скажет карта Фея относительно нашего здоровья, касается здоровья? Так, это карта плюс. Это для тех, кто очень много трудится. Поберегите себя. Сейчас нужно сделать небольшую паузу. Вы очень много работали, у вас нет сил. Немного нужно отдых. Небольшой отдых. Обязательно в ближайшие 2 месяца вам нужно отдохнуть. Кому, может быть, и меньше понадобится набраться сил. Многим тут предстоит такой вот совет, как бы, да, заняться спортом, движение. Именно вот физическая такая небольшая нагрузка. Может, гимнастика какая-то, либо йога, либо плавание. Даже вот, кстати, по карте рыба, да, вот рекомендую плаванием заняться. Это очень успокоит нервы и физически приведет вас в хорошую форму. И еще я возьму одну карту касательно нашего с вами здоровья. И это карта книга. Ну, что тут сказать? Конечно, будьте очень внимательны к себе. Следите за своим здоровьем. Правильное питание. Обязательно соблюдайте питание. Всего нужно есть в меру. Не переусердствуйте, не объедайтесь, не переедайте. Читайте побольше книг. Вот еще посоветую, книга очень успокаивает также нервы. Что-то вот изучайте, займитесь чем-то на этот период, чтобы отвлечься, у кого есть какие-то вот проблемы, чтобы меньше нервничать. В общем, неплохие советы дают карты Феи. Очень рада. С вами была ваша Елена. Желаю всем быть здоровыми и счастливыми. До свидания.